Утречка, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры. Сегодня у нас на повестке дня игра WebBed, но почему-то в русской локализации, видимо, она называется PAU. Я тут в переводчике вбил, что такое WebBed. Это перепончатый. Как это относится к пауку, совсем непонятно. Но, видимо, его так зовут. Или его зовут PAU. Хер его знает. Что это за херня тут летает? Сейчас я ее хлопну. Где ты, мразь, вылези? Что? Где ты? Блин, забоялась, теперь не вылазит. Ага, это, блин! Сука, я тебя поймаю. Сейчас, погоди. Вон она лазит, зараза. Блин, да я сейчас прихлопну. Ее же можно прихлопнуть, она же не просто так летает. Сука, лопнул. Ха! Ну что ж, начнем. Разработчики хотели бы высказать уважение племенам Джаггера, Турбал и Губи-Губи, коренных обитателей обитателям земель, на которых создавалась игра PAU. Нажмите вас, чтобы двигаться. Ой-ой-ой. Ой, ты кто? Что ты хочешь? А мне надо целиться мышкой, тут что-то делать, да? Ты меня не убьешь? Удержите курс, чтобы танцевать. Пляски, пляски, тара-та-та-та, тру-ту. Я держу. Музло! Опа, опа, как красиво мы пыляшем, ты посмотри. Вот это да! А мы далеко не можем уйти, да? Та-та-та-ра-та-та-ту-ту-ту-ту. А, чтобы прыгнуть. Ага, тут есть длинный прыжок задерживать и короткий. Я за тобой прыжал. Мы должны плясать с тобой? Куда ты убегаешь от меня? Наведи паутину на цель, а затем нажми левую кнопку мыши, чтобы прицелиться, прицепить ее к цели. Ух ты, как человек-паук делаем, прикинь. Опа, опа. Нифига. А вот есть какие-то секретики, нет? Опа, сбил. Твою мать. А, я думал, тут пройти можно. Сейчас застреляю тебя паутиной. Где ты, мразь? А это что, можно бросать? Нет, нельзя. Маленький можно бросать. Так, смотри, смотри, что придумал. А почему ты падаешь? Ты же паук. Держись, собака. Да, блядь, прилепись. Твою мать. Ага. Да не падай ты, ёб твою мать. О, что там такое? Ох ты ж, блядь, тяжело. Оп. Тут есть какие-то секреты или нет? Я не пойму. Оп, пляшем, пляшем в полете. А почему бы нет? Может, двигать надо? А музыка приятная очень, конечно, играет. Не знаю, забанят ее или нет на ютубе. Если забанят, то придется прям что-то... Блять, прицепись. Как я летел-то в прошлый раз? Ага. Вот так. Ой, блять, получилось. Что ты от меня хочешь? Ты убегаешь от меня? Мы будем плясать или что? Куда ты пошел? Вернись! Наведи прицел на точку и удерживайте правую кнопку мыши, чтобы начать плести паутину. Ты меня тут решил чему-то обучать? Ну, глянь, как трава красиво шевелится. Мне очень нравится физика травки. Приятно по ней ходить. И он очень приятно бегает на самом деле. Вот это стуки... Тыгдык делает, как кот. А, наведите. И что делать? Прицел на вторую точку отпустите, чтобы построить. Нет, какая-то херня. Прицел на точку и удерживайте прогнутую мышь, чтобы начать блести паутину. Теперь наведите прицел на вторую точку и отпустите, чтобы построить соединение. Ага. Так, теперь снова. Как это сложно. Херач, 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 херач. Это так работает, нет? Я неправильно что-то делаю? Может, нам вылезти надо? А, это грязь. Ага, смотри, смотри, цепляем. Так,
А, удерживать, вести. Удерживать, вести. Удерживать, вести. Блять. Удерживать. Вести. Удерживать. Вести. Блять, почему он такими... О, тихо. Я могу по ним лазить или что? Ага, ну короче, плетем паутину как из жопы, я не понимаю. В буквальном смысле причем. Да? Нет? Ну так он спереда стреляет. А, так. Ой, а мы умрем? Нет? Мы в грязи умираем? Нет? Не умираем. А, ну тут в принципе нам прям сильно как-то плести все не надо. Окей, я понял. Ага, это грязь. Все, я понял. Очень все легко. Сука, очень все просто. Опа. Так, мы даже к паутине цепляемся. Ой, а как вниз? Вот так вниз, я понял. Так, ты будешь плясать со мной или что? Опа. Мы на паутине должны с тобой плясать? А, мне уже что-то делать надо? Я не пойму. Нет, подожди. Что происходит? Это какая-то опасная игра или нет? Тут будут какие-то враги? Или мы просто тут чилим на паутинках? А, вот и враги. А чё, тебе бежать надо? Паутиной его херач, паутиной! Суку, стреляй, паутиной, блядь! Стреляй его нахуй! Сейчас я его тут закусаю! Сейчас за жопу тебя кусну, сука! Верни паука, мразь! А я что, проиграл? Е для стрельбы лазером? Что такое? Какой, блядь, лазер? А вы мне не могли сразу о нем сказать? Чё я паутины-то пытался добиться? Ага, это разрушается. А тут что-то есть, нет? Ничего там нет. Окей. Какой-то лазер. Ебануться. Ну пойдем. А, привет, подруга. Мне с тобой... А, сразу пропускаем. Я все видел, мне очень жаль. Эта огромная злющая птица уже долгие годы держит в страхе весь лес под небесным шалашом. Она столько моих родичей съела, но мне кажется, на твоего друга у нее другие планы. Шалашник коллекционирует синие камушки. А твой возлюбленный как раз ослепительный синий. Он мой возлюбленный. Ах, сука. А приходи-ка к моему старому гнезду. У меня есть идея. А ты не могла бы меня это... до твоего гнезда дотянуть? Этот моток шелковый не очень впечатляющий, но когда-то он был моим домом. А, ты меня за собой все-таки притащила? Муравьи пришли ко мне со смелой идеей превратить его в воздушный корабль для обороны от врагов. Я еще не согласился, но может быть сейчас нам как раз и нужен такой смелый план. Если ты подсобишь им с постройкой корабля, то сможешь попасть в небесный шалаш и спасти своего парня. То есть я девочка, окей. Только тебе, конечно же, понадобится топливо. Я бы обратился за этим к навозным жукам с холма. Так, нам что-то нужно было там сделать. Добыть топливо. Каждому путешественнику нужен проводник. Пчела вот как раз подойдет. Лучше, чем пчелы, небо никто не знает. Подружиться с проводником. Да. Что да? Отличный план. Это кто говорит? Ты сама с собой разговариваешь? А, это пацан. Блин, запутаешься. Иди, мой дружочек, нельзя терять ни минуты. Найди друзей и спаси своего любимого. Будешь плясать со мной? Пляши. Пляши, блядь. Мы пляшем? Мне просто держать надо, я не пойму. Или тебя затанцевать надо до смерти? Глянь, как я шевелю лапами. Давай. Я сейчас как под тобой ветку ёбну. Нет, не умирай. Прости, пожалуйста. Просто потанцуй со мной. Вот так, молодец. Сейчас как раскачаю, как ты шлепнешься. Так, и что? А, тап. О, прикол. Что это? Мы здесь. Это что? Это пройдено, да? А это не пройдено. Это, видимо, пчелы. А нет, вот пчелы, это муравьи, а это навозные жуки. Ага, все, я допер. Попроси помощи муравьев добыть топливо, подружиться с проводником. Никакие стикеры мы тут не собрали.
Хорошо. А куда идти-то? Тут как-то карта плохо выглядит очень. А я не умру так лететь-то? А, какая-то муха. Откуда мы пришли? А, вот мы отсюда пришли. Так. Тут что-то есть? Ать. Ать. Вот. Сложное управление какое. Твою мать. Твою мать. Не падай. Не падай. Ай, сука. Вот так. Все, ага, получилось. А. Ну смотри, тут что-то есть. Твою мать. Держись. Так, и что? И что? А, тут карта в реальном времени показывается, да? Так, ну я куда лечу? Я не понимаю. Так, давай остановимся. Ну ты меня очень плохо показываешь. Я не пойму, где я конкретно нахожусь. Ой, что это? Ты что такое? Мне тебя скушать надо? Что за паучок? Ага, их тут, да? Хера. Так, ну вроде они на видном месте. Я бы этих паучочков бы собрал. Вот он, еще один. Иди ко мне, иди ко мне! Ой, ловлю. Ой, съел. Ну или схватил. Это твои дети. Они что, на тебе сидят? Да, вон теперь по мне ползают, прикинь. Ты прикинь. О, и еще нам увидел. Оп, схватил. Это мои детишки. Твою мать, это мои детишки. Вот так вот, если мы в стену впечатаемся, мы не только себя убьем, но и всех детей. Оп, оп. О, какой-то паучира. Паучира. Что? Верни детей. Мои маленькие. Спасибо тебе огромное. Мои малыши разбежались, когда прилетела огромная птица. Но они еще слишком маленькие, чтобы выжить в одиночку. Если найдешь остальных, пожалуйста, приведи их назад. Отыскать детей паука-волка. Ты паук-волк? Охренеть. А, это муравьи. Так, ладно. Пока хрен с ним. То есть тут вот появилось какое-то побочное задание. Правильно? Правильно. Это мы внутри, видимо, дерева. Ах. Ужас какой. Как тяжело. Так, ладно, хрен с ним. Пошли вниз. Так, прошли. Если увидишь какого-то паучка, кричи. Ой, что это было? Верни. Вот так полетим. Интересно. Муха. Муха, блядь. Не то я сделал. Как мне до мухи добраться теперь? Она тоже мне какое-то... Ай, другое задание даст. Не достали. А мы отсюда можем выбраться вообще? О, что-то делается. Что-то делается, что-то происходит. О. Заебись. Хищница перед тобой, король мух. Твои клыки слишком малы, чтобы съесть меня. Бз-бз-бз-бз-бз. Если от моих родичей у тебя случится несварение, приходи меня навестить. Посмотрим, что с этим можно сделать. Что ты только что, блядь, сказал? Что, ты не съел ни одной мухи? Пожалуй, я был к тебе слишком строг. Иди с миром, паучок, и не поддавайся искушению. Приветствую тебя, паучок. Я ценю то, что ты зашла меня навестить, и твой добродетель. Ты плясать со мной будешь? Танцуй, сука. Вот так, молодец. А, мы тогда с этим не потанцевали-то. С тем пауком. С ними, наверное, надо танцевать. Они же не просто так это придумали, правильно? Пляши. Пляши. Вот так. Молодец. Это же засчитывается, да, что он просто руки свои поднял? Ну, я думал, что муха даст нам... какое-то задание, но она ничего не дала. Я вроде видел, куда нам нужно бежать.
Так. А почему это тоже галочкой светится? Твою мать, куда нам идти? А где здание? Так, помощь муравьев, топливо. Ну слушай, ну раз мы внизу пошли, то к муравьям, наверное. А интересно, там эти будут пауки мелкие или не будут? Так, спускаемся. А вот и муравей. Здравствуй, товарищ паучок. Я слышал, у тебя есть задачка, с которой могут справиться муравьи. Мы бы с радостью помогли, но все еще разгребаем последствия недавнего набега огненных муравьев. Если у тебя найдется время, нашим работницам очень пригодилась бы твоя помощь. Поговори с товарищем Карл в отделе Мехмур. Она скажет тебе, что делать. Поговори с товарищем Карл в отделе Мехмур. Товарищ Карл. Спасибо, что зашла. Мы всегда рады волонтерам. Спасибо, что зашла. Хорошо, пожалуйста. Анцуй! Анцуй со мной. Я сейчас как заплету в паутину. Будешь знать. Вот так. Все, ты застрял. Так, а что нам вниз? А, вот так это происходит. А что это за значок паутины? Сохранение, наверное, был. Ну, что-то делать надо? Так. А тут головоломки будут. Видимо, да. Ну, пойдем изучать головоломки. Вон она, походу, Мехмур сидит. Да, это ты? Будешь танцевать со мной? Вот так, молодец. Красавчик. Ты пришла помочь с подъемником? Его сломали во время вторжения. Мне не достать деталь, которая нужна, чтобы его починить. Если тебе удастся добраться до медной шестеренки на другом конце камеры, мы сможем починить подъемник. Без него нам отсюда не выбраться. Починить подъемник с помощью медной шестеренки. Так это не ты, товарищ Карл? А вниз можно спуститься? Вниз можно. И зайти сюда можно. Окей. Так. О, я умер? Тут можно умереть? Ага. Прикол. А что делать? О, шестеренка. Слушай, мать, я нашел. Прикинь. Она сама на меня свалилась из ниоткуда. Я не знаю, как она тут появилась. Спасибо, товарищ. Отнесу шестеренку в главную шахту. Просто вставьте ее в коробку передач, и все заработает. Спасибо, товарищ. Ага. А ты сама не вставишь? Спасибо, товарищ. Видимо... Ой, а это что, суп? Я умру? Я умру. Так. Не вариант. А если я прыгну вот так? Ать! Нормально. О, смотри, какая-то личинка. Ать! Схватил личинку. О, там что-то есть. А, и тут, видимо, шестеренка была. Я каким-то чудом сбил. Так, тут у нас что? О, еще одна личинка. Схватил. Личинок поменьше будет. А почему ты не забираешься-то по стенкам, как адекватный паук? Опа. Нет, я умер. А, ну нам сюда и надо, нормально. Личинки засчитаны? Засчитаны. Отлично, спустись вниз. Тут у нас что? Так, тут проход, видимо... Какой-то... А, он закрыт. Окей. Почему ты не можешь... Ай, собака, лезть, как человек-паук, нормально. Кверх. Ногами. Сука, не так полетел. Так, что, по чуть-чуть прям вот так можно, да? Ага. Ага. А, подожди. Подожди. Вернись. А, я так... Плести не могу паутину, да? Мы что, этому зря учились? Я не могу понять. Ага, она на этой херне не плетется. О, все, вот, все. И все, игра очень легко теперь пройдет.
Забирай личинку. Но тут больше-то ничего нету. Но тут, мне кажется, что-то должно открыться потом. А может и не должно. Мы зашли, получается, только ради личинки. А, вот ты мне ее сюда принес. Блять, иди сюда. Сейчас я ее поставлю на место. Оп, поехали. Головоломки это вообще про меня. Я их разгадываю на раз, три, два. Тут что? Давайте мне личинки бегать собирать сейчас. А я умру? Надо было проверить. Но теперь оно только вниз летит. Лететь. А, это подъем вверх, да? Нет, нет, верни, блядь. Нет. Не уезжай. Не уезжай. А как я потом поднимусь? А, та, это... А, там... Вот это, наверное, его опустит, да? Что с тобой? Не так. Ага. А, это не лифт. Ну ладно. Показывает, что муравьи наверху. Давай пройдем сюда. О, здравствуйте, товарищ. Товарищ! Здравствуйте, товарищ. Тебя отправил сюда с поверхности товарищ Марк? Карл. Отлично. Ты, товарищ Карл. Чтобы закончить мех Мура, нам нужно проделать гур работы. Давай-ка посмотрим. Жвалы нужно обработать в кузнице. Но чтобы его включить, нам нужно сначала залатать трубы. Это нам понадобится и для его подпитки. Осталось прикрепить еще три ноги. Мы ждем доставки двух ног из инженерного отдела. Товарищ, чего ты ждешь? За работу, да я в ахуе от того, что мне тут задание понадавал. Тут картой будет какая-то? Охренеть. Что вот этот... Галочка, значит, что, типа, я должен... Ты... А! А, ты мне показываешь, что всех я тут нашел или не всех? Блин, это очень удобно. Тут пока не нашел. А тут их и нету. Вот так вот. Трубопровод. Так, что ты мне понадавал за задание? Обработать жвалы. Подсоединить топливные трубы. Подсоединить... Водопровод. Прикрепить ноги мехмуру. Вот еще разберись, где что находится. Ну, музычка тут, конечно, вообще отличная. Так, я вижу вот здесь. Вижу кузницу. Ай, подожди, муравьи, не уходи. Сейчас будешь со мной плясать. Танцуй, танцуй со мной, не уходи. Ушел. А ты... Эй, так, я почти забрался. А ты со мной не плясал. А танцуй со мной. Вот так, молодец. Красавчик, я уже выдал тебе целый список заданий. Да я заметил. Что ты тут прохлаждаешься? Слышь, нахер иди. Что у нас там внизу? О, пацаны, у нас сейчас будет тут вообще пляски. Тряски, давай, пляши. Вот это веселуха. Пост приняла. Мы покажем этим огненным муравьям. Готова к труду и обороне. Молодцы, ребят, молодцы. Это что, жилые помещения? Ты тоже танцуй. Ой, какой кошмар. А это что-то можно толкать? Так, секунду. Это что, инженерный отдел? Ну тут походу всего... Короче, заходи в каждый эти, я понял. Что? А, так. А как-то странно работает прицел. Нет! Так. Я прицеливаюсь. Ага. Вот так. Вот так. Ага, прошли. Заебись. Воу, тихо. Так, ну тут надо максимально аккуратно еще играть, посмотреть, что происходит. Вылези. Тебя как-то надо вытащить. Как тебя вытащить, друг дорогой? Товарищ, вылези.
почему мне не дают пройти? А, то есть мне нужно как-то... Блин. Что так неаккуратно? Ага. Аккуратно, по чуть-чуть. Так, вот эту штуку нам нужно забрать. Я так понимаю, она не забирается. Это что? Меня не прищемит случайно? Не прищемит. Ну теперь открытая, теперь эта штука здесь. Хорошо. Блин, да как тут много проходов на самом деле. Тут непонятно, кто есть. Блин. Вот я не люблю блуждать, а тут очень много блуждать надо. На самом деле. Еще какой-то рычаг. Ой, тихо, аккуратно. Ну ладно, пойдем вниз. Еще один. Вам как-то помочь надо? Вы мне скажите. Танцем тебя вынуть надо. Танцем? Вылазь. F не нажимается. Я тебя никак вынуть не могу. Ладно, сиди там. Есть какая-то шестеренка. Я знаю, куда ее применить. Нет, не укатывайся. Зависни здесь. Ты меня слышишь? Схвачено. Схвачено. Схватили. Так. Я взял шестеренку. Пойдем со мной. Ты встань, пожалуйста, сюда. Так. Я тебя должен как-то все-таки поставить. Правильно? Ты не можешь автоматически поставиться? Вот, поставилась. И что это нам должно дать? Мы этим муравья освободим? Который там застрял, или что? Нет, для чего это мы делаем? Вылези оттуда! Блин, как сложно. Вот это что такое? Блин, тут все максимально непонятно. Пойдем со мной. А, или может мы благодаря этому освободим муравья? Давай попробуем. Действительно, может быть, это поможет нам его спасти? Бля, не падай! Так. Надо где-то ее сейчас отложить, эту штуку. Все, стой тут. Лежи. Не укатывайся. Все, вроде лежит. Так, все, схватил, отлично. Нет, схватил. Давай сюда наверх. Ага, пойдем. Пойдем, нормально, нормально. Хорошо. Ты не можешь залезть с ней? Залезь. Твою мать. Так. Не уезжай далеко. Ты меня слышишь, нет? Стой. Что не так? А куда она нужна? Она нужна сюда. По-любому она сюда нужна. Как иначе? Давай вот так. Я не знаю как. И вот эти свяжем вот тут. Чтобы мы могли пройти. Все, пойдем. Может я что-то не так делаю? Ну, вот, отлично. И что? А, тебе тут что-то отдать. Тебе не спасти надо, а отдать. А чё ж ты молчал? Я думал, ты в беде. А, ну тут все, ничего не надо делать, все. Я не понял, сделали мы тут, что нам нужно? Или не сделали? Пошли отсюда. Ничего не понятно. Что нас ждет тут? То есть, что значит знак вопроса? Типа мы не до конца исследовали еще? Ага, вы там вылазите.
Ой, тяжело с управлением тут немножко, конечно, тяжело. Так. Она обрывает, прикинь, она обрывает паутину. Так. Так, нормально? Нормально. Супер. Ой-ой-ой-ой-ой. Не супер. Так. Как тяжело пройти. Сюда стреляй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Так, не торопись. Нам как-то нужно сделать так, чтобы это было максимально безопасно. Вот типа того. Ага. Вот типа того. Супер. Так, связываем ее тут. Вот, вот так, да. Отлично. Ай, ты мне его сломаешь? Ну, я успею пройти. Так, тебе нужно что-то тут отдать, правильно? Правильно. Плясать ты со мной не хочешь? Не хочешь. Ладно. Блин, у Мороев тут неинтересно. Ой, нет, нет. Сука, верни обратно, блядь, ее. Сейчас ее заберу. Забирай. Ой, извини. Эта нога еще не готова. Прикрепи бедро к голени, чтобы я могла ее закончить. Чего? Какое бедро к голени? Ну, а я почему к ней притягиваюсь? Блин. Ну это нечестно, это меня обманули. Ну пойдем со мной. Видимо, тебе не сюда. Да не разговаривай со мной. Я уйти отсюда пытаюсь, видишь, нет? Твою мать. Вот все, пойдем. Так. Лежи пока тут. Я тут соображу сейчас, что делать надо. Так, тебе положить сюда надо, правильно? А, и вот сюда ее прикрепить. Все, все, я догнал. Я догнал. Давай ко мне сюда. Опа! Ой, отойди отсюда. Там секрет, секрет. Личинка нашел. Ага, камушки, запоминай. Видишь камушки? Блин, сразу кричи. Нет, не уезжай, не убегай. Так, и что мы должны сделать? Как я должен это все провернуть-то? Очень интересно. Нет! Ай-яй-яй-яй-яй! Так, не торопимся. Не торопимся. Ниточки рвутся, если растянуть. Хорошо. Так. Я должен тут красивую паутинку сделать. И что это я натворил? Что я натворил? А мы сейчас как растянемся, да как полетим. Эть! Не долетели. О, слушай, мы походу все правильно делаем. За мной иди, за мной иди, за мной иди. Сейчас порвется она. Твою мать, иди сюда. Иди сюда. Давай. Хватай, я тебя почти схватил. Подтолкните. Ай, спасибо. Все, поднимайся. Кстати, она еще не поднимается, ты прикинь. Вот так. Все, пойдем. Ты там... Ты... Вот. Да... Нет, к ней не цепляйся. Так, давай вот так. Опа, прикрепляйся. Супер. Все, хватайся. Давай, быстрей, вверх. Я тебя не могу схватить. Как мне тебя поднять-то? Тут еще пока с управлением ты разберешься.
А, может быть, мне тебя зацепить надо? Вот так. Только дальше-то с тобой что делать? Я тебя одна не утащу. Да ты к этому не цепляйся. Блин, я не знаю, как решить эту загадку. Я что-то не то натворил. А если я нажму вот так, они на обратно пойдут? Нет, они так же идут. Как же мне оттуда вынуть-то? Походу, я знаю самый сложный момент в этой игре. Так, если я стреляю так паутиной. Но я, видишь, даже поднять не могу ее. То есть она не поднимается. Давай, давай, ну как-нибудь, зацепись. Я не пойму, что мне с ней делать. Как мне ее теперь схватить-то? Нет, 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 нет. Зачем я все разрушил? Е никогда не нажимать, запомни. Е это все хрень. Вот только сейчас Е будет на... Ты можешь под собой разрушить? Так. Сложно, но можно. Ага. Блять. Нет. Так. Супер. Получается, получается. Смотри, получается. Лети вниз, собака. Сейчас я тебя столкну. Получилось, получилось. Забери эту парашу. Я еле тебе снял. Почему это должен делать я, если вы, муравьи, это делать должны? Ой, не успею. Ой, успел. Ой, умру. Не умер. Так, не торопимся. Вспоминаем, чему нас учили. Блин, мне кажется, я попропускал все... Ой-ой-ой. Кажется, попропускал все секретики, которые могут быть. Это я сделал зря. Отлично. Я, чтобы ты понимал, я уже заблудился. Так, значит там, вот здесь внизу, тоже где-то был секрет. Тоже где-то можно было разрушить камни. Давай проверим. Вот они. Ага. Я тебя схватил. Получилось? Да, все. Вон там еще непонятно. Пойдем. Если прислушаться, то слышно, как он бегает с... по паутинкам с мелодиями со всякими. А ты мне сюда принес? И что мне с ней делать? Ага. А что вы делаете? Нахера они мне тут нужны? Вот здесь еще секрет должен быть какой-то. Так. Давай проверим секрет. Я пока секрета не вижу. Нигде пока не вижу. Но где-то он должен быть по-любому. Ну не тут. И не тут. Нам, получается, нужно все прям максимально вверх поднять. Ты опускайся, значит. А, тебя... Все, я понял. Я понял. Это мы делаем вот так. Поднимайся. Ты сам не поднимешься? Серьезно? Я прицепился тебя? Давай теперь тебя сюда прицеплю. Давай! Блин, как это сложно.
Ох уж эта физика. Я думал, сейчас я просто их прицеплю друг к другу, и они там примагнитятся сами собой. Но он не хочет. А где ж тут секрет? Вот он секрет. Отлично. Тоже одна? Тут тоже одна. Слушай, ну пока по секретам очень хорошо идем. Я уже начал немножко соображать, что происходит. Ой-ой-ой-ой. Нормально. Нормально. Так, значит, опускаем вот эту. Чтобы нас не пришибло, главное. Иди сюда. Есть. Теперь нужно вас как-то наверх пригнать. А это как-то не очень-то... А, то есть я тебя... То есть... Тебя. Сюда. А его там что-то держит. Потом мне кто-нибудь объяснит, почему паук стреляет лазером. Ой, ты куда? Я вас свяжу между собой. Вот так, чтобы вы далеко не убегали друг от друга. И тебя вот этой херне привяжу тоже. И что из этого получится, я не совсем понимаю, конечно. Блин. Подтянитесь, ребят, подтянитесь. Давайте, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вас прям сильно, да, так вот так, прям сильно-сильно. Давай. Давай. Ага. Я вас сейчас вытяну, вытяну вас, говорю. Давай. Вроде получается, смотри, вроде я сообразил, как играть в эту игру. Давай. Я думал, что игра будет немножко другое себя представлять. Ага, давай. Они потом выпадут из этих паутин. Так, если мы... О, отлично. Отлично, отлично. Так, теперь тебя туда. Ползите туда. Даже давай вот туда тебя. Я вас даже подтолкну чуть-чуть. Все, забирай, все забирай. И это тоже забирай. Я сделал, что тебе тут нужно? Тут бы еще понять, правильное задание все делаю или нет. Слушай, вроде мы тут все сделали. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. То есть инженерный отдел мы прошли. Это отличная новость. Теперь нам осталось вот здесь, вот здесь, вот здесь все это пройти. Личинок тоже мы все пособирали. Наверное, на этом мы и остановимся. Да, в остальное дело уже пойдем в следующий раз. А ты подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего пока.